города волновато. Вы слышали про Чеченскую республику? Да. Вы слышали про главу Чеченской республики, да, Рамзана Ахматовича Кадырова? Да. Мы здесь по поручению главы Чеченской республики, Рамзана Ахматовича Кадырова. Я член правительства Чеченской республики. С нами большая делегация из Чеченской республики. Мы проезжали этот центральный рынок. Вот здесь мы собрали всех продавцов продукции. Здесь мясо, картошка, лук. Мы расплатились по поручению главы республики из регионального общественного фонда Чеченской республики имени нашего первого президента Ахмад Хаджи Кадырова. Да, Лазу Атмобулатов. Мы расплатились со всеми этими продавцами. Они здесь все. Вся эта продукция для вас сейчас бесплатна. Это нам поручение главы республики Рамзана Ахматовича, чтобы мы помогли вам. Рамзан Ахматович помогает жителям этих регионов, различных городов, продовольствием, техническим оснащением, медикаментами. И вот в очередной раз мы проведем акцию. Сейчас для нас принципиально важно, чтобы вы все в порядке очереди проходили и забирали всю эту продукцию бесплатно. Она для вас сейчас бесплатно, продавцы все здесь, все слышат? Да, конечно. Со всеми региональный общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова расплатился. Это не единичная акция. Мы будем и в будущем, и в ближайшие дни проводить еще акции, чтобы помочь всем жителям города Волноваха и других населенных пунктов. Спасибо. В Чеченской республике проходили трагические события. У нас были воины. Как сегодня используется территория Украины западными странами, то же самое происходило в Чеченской республике. Наш регион был использован как плацдарм европейским и коллективным западом, скажем так. То же самое происходит сейчас у вас. Но мы будем вместе, мы братские народы, мы в одной команде, мы на одной стороне. Будем друг другу помогать и всегда оказывать необходимую поддержку. Мы вам всем желаем мира, добра, процветания, чтобы побыстрее мы все очистили Украину от фашистов, от бандеровцев, и чтобы мы зажили мирной, счастливой жизнью. Мы вам желаем мира от всего чеченского народа, от главы республики Рамзана Ахматовича. Желаем процветания и всего добра. Будьте здоровы! Спасибо! Мы знали, придет Чечня и наведет порядок. Рамзан Ахматович, привет из Волноваха, низкий поклон. Спасибо вам. Великий человек, великий воин. Я всегда восхищалась его мужеством, порядочностью. Я всегда смотрела все его выступления. Дай Бог и ему здоровья и процветания в вашей республике. То, что мы перенесли в подвалах, нам казалось, мы больше не увидим ни света, ни людей. Большое спасибо. Хоть кто-то не забывает, как нас забыла Украина, ни гуманитарки ничего не было, ни хлеба, ничего. Большое спасибо за то, что нас не забывают, за вашу помощь, за все хорошо. Дай Бог вам всем здоровья. Дома разрушены, подвалы разрушены, многие семьи сейчас голодают, им не хватает ни одежды, ни еды, ни дров, ни угля. Так что это очень огромный шаг для нас. И большое спасибо Чеченской Республике за такую огромную помощь. Очень приятно, что вы приехали, посетили наш город, увидели нашу беду. Большое спасибо вашему президенту Кадырову, спасибо большое за поддержку. Быстрее бы это все страшилище закончилось. Большое спасибо. Вот это первый раз, что нам досталось с еды. Гуманитарка, потому что денег у нас нет на карточке, еще ничего не платят. Очень тяжело. Большое вам спасибо. Очень большое. Спасибо первый раз огромное. Мы такое увидели. Плакать хочет. Большое голове спасибо. Плакать охота. Сил больше нету. Низкий вам поклон. Дай Бог вам здоровья и мира. Самое главное. Спасибо большое. Большое Чеченской Республике и президенту вашему. И мы очень рады, что нас освободили. Вчера видели колонну, которая проследовала в направлении Мариуполя, бойцы Кадырова.